Уважаемые ветераны, сегодняшний праздник – это символ богатого опыта, мудрости, непрерывного труда, который вы вложили в развитие энергетики. Вы – герои. Ваши умения и труд обеспечивали надежное, качественное энергоснабжение городов. Ваше преданное служение делу и профессионализм оставили неизгладимый след в развитии энергетики. И мы глубоко признательны вам за это. Каждый из вас остается для нас примером, а ваш опыт и умения бесценны для нас. Я поздравляю вас и желаю вам здоровья, благополучия, счастья. Вы достойны лучшего. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся, а каждый прожитый день принесет только радость и удовлетворение. С праздником, ветераны!